Водители автобусов и такси в Актау, Жанаузене и Муналинском районе возглавляют рейтинг Мангыстауской области среди нарушителей правил дорожного движения. Многие говорят за рулем по телефону, пренебрегают правилами маневрирования и не имеют на руках документов. 270 нарушений всего за 3 дня выявили полицейские во время оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». 25 должностных лиц автопарков привлечены к административной ответственности. По мнению сотрудников полиции, профилактика аварийности сейчас особенно актуальна. Недавно начался учебный год, а школьники – самые частые пассажиры общественного транспорта. Сейчас для всех школ области разрабатываются паспорта дорожного движения, чтобы детям было легче ориентироваться по дороге в учебные заведения. Создается сейчас план схемы, соответственно, который будет вывешен на фойе в школах, где будет рисованы переходы, как переходить дорогу, когда они возвращаются после школы или до, когда школу. Они вот этот маршрут движения. Вот такой сейчас мы совместно образованием, акиматами проработаем данный вопрос сейчас.